десятки профессиональных и тысячи любительских команд уже исключили посредников, обратившись в Sportprint. Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте РУ» совместно с Северной лигой ЛФЛ рада приветствовать вас на главном стадионе Северного округа, где с минуты на минуту начнется главный поединок Кубка Северной лиги, в котором сразятся «Гефест» и «Интер». Две лучших команды уже заканчивающегося сезона. Серебряный призер против чемпиона Северной лиги. Сегодня они сразятся за еще один трофей. Для «Интера» этот поединок – это возможность добавить свою северную копилку новый трофей, новый в том плане, что еще один, и тогда можно будет сказать, что Неро Адзури в минувшем сезоне выиграют все возможные внутренние турниры. Для Гефеста сегодняшний матч — это возможность несколько реабилитироваться за не самый успешный сезон. Не удалось выиграть чемпионат, античные завершили сезон на втором месте в турнирной таблице, не удалось добиться успеха в Еврокубках. Также остановились по факту в одном полушаге от главного трофея года и в итоге уступили в финале. И вот сегодня еще одна возможность, еще один шанс выиграть золото турнира. Главный арбитр встречи Александр Вдовин дает свисток, возвещающий о старте этого поединка. Помогает ему резервный рефери Павел Петров, ваш комментатор Никита Лаврентьев. И давайте быстро пробежимся по стартовым составам играющих сегодня команд, потому что сами по себе соперники очень классные, очень мастеровитые, любящие быстрый комбинационный футбол, и поэтому, возможно, много времени на разглагольствование у нас уже и не будет. Начнем с состава номинальных гостей. Сегодня ими являются футболисты Гефеста. В воротах под 84-м номером играет Сергей Бурцев, Константин Лозбенев 4-й в центре обороны, Андрей Моисеенков 6-й слева, капитан команды Станислав Каханов 51-й справа. Именно сейчас в борьбе с Кахановым и выиграл верховое единоборство Николай Липаткин. Александр Масленников 28-й играет слева в полузащите. Евгений Ширенков 23-й справа, Андрей Идрисов номер 90-й в центре поля расположился на острие атаки, Сергей Романович у него номер 11-й. Гефест играет в традиционных своих красно-малиновых цветах, Интер, как понятно из их прозвища Неро Адзури, в сине-черных. В воротах Эдуард Батыгин номер 12-й, Сергей Филин, капитан команды, 8-й в центре обороны, Константин Кадеев 89-й слева, Дмитрий Волков 3-й справа, Дмитрий Мечков 6-й в опорной зоне, Николай Липаткин 17-й и Александр Рощин, 22-й, расположились по краям полузащиты. На острие атаки Артак Григорян, номер 77, лучший игрок сезона на севере в этом году по версии журналистов и самих участников соревнований. По 5 игроков на скамейке запасных одной и другой команды сегодня расположились. Это, безусловно, отличная возможность для ротации состава. Можно, наверное, сказать, что составы сегодня оптимальные, хотя и без потерь не обошлось. У нас тем временем первый голевой момент у ворот Эдуарда Батыгина. Голкипер вытаскивает мяч после удара со второго этажа. Не обошлось, да, без потерь. Привыкли мы видеть в поле у Гефеста в стартовом составе Максима Мухина. Также все мы прекрасно знаем, что главный центральный защитник у Интера в нынешнем сезоне — это Руслан Нахушев. Также нету и Александра Филимонова. Но в целом, оценивая ростеры команд, можно, наверное, сказать, что мы вправе сегодня ожидать яркого атакующего футбола. Возможно, кому-то и придется закрыться в оборонке чуть побольше, но все-таки в любом случае это не тот, не та ситуация, не тот случай, когда кто-то не сумел собраться должным образом и в итоге вынужден отбиваться, что ли, почти без остановки от наступления своего оппонента. Ширенков разгоняет контратаку своей команды. Романович, хорошая передача в штрафную, но здесь совсем чуть-чуть не хватит Александру Масленникову, чтобы к мячу успеть. Эдуард Батыгин вовремя вышел из ворот. Ну и, как и предсказывал я, с первых минут команды
демонстрируют высокие скорости. Интер вроде пытается захватить преимущество, а вот Гефест напротив. Такое чувство, больше настроен на вертикальные быстрые выпады. Но, возможно, это просто вот такая иллюзия на первых минутах. Делать какие-то далеко идущие выводы по старту мгновением встречи, наверное, в любом случае будет неправильно. Моисеенков неудачно начинает атаку своей команды. Перехват Мечков с мячом в центре поля. Липаткин. Остается мяч у Нарадзури. Удар с дальней станции с левой ноги. Было достаточно опасно, но, наверное, все-таки контролировал полностью ситуацию Сергей Бурцев. По крайней мере, его полет всячески об этом говорил. И Интер действительно с первых минут старается действовать поактивнее. Но, повторюсь, это ничего абсолютно не значит. Вчера свои полуфинальные матчи команда проводили. И Гефест с минимальным перевесом одолел ЦДК 2-1. Интер чуть более уверенно оказался сильнее «Динамо» 4-2, но в любом случае необходимо отметить, что лишь на стадии четвертьфиналов настоящее сопротивление со стороны соперников сегодняшней команды наконец-таки начали встречать. В полуфинале действительно была борьба. Вот на предыдущих стадиях, начиная с 1-16, напомню, коллективы высшей лиги вступают в борьбу. Все-таки достаточно легким в той или иной степени получился турнирный путь у обеих команд. Интер начинал матчем с «Галактикос», представляющим второй дивизион Северной лиги. Неудивительно, что лучшая команда Севера по итогам сезона добилась сверхкрупной победы 13-0. Дальше в 1-8 финале финала их ждал «Тандер». Также от разгрома «Быки», представляющие первую лигу, не смогли избавиться. 7-0. Дальше на стадии четвертьфинала уже была смена. Ну а здесь нарушение правил фиксирует Александр Вдовин. Быстренько закончу разговор. Смена получила 9 мячей от Интера, при этом сумел забить дважды. Ну вот и вчера «Динамо» дало бой, дало отпор, но в итоге так и не сумело зацепиться за хотя бы серию пенальти и выйти в финал. Посмотрим повнимательнее за этим стандартом, потому что позиция опасная, безусловно. Отсюда Андрей Моисеенков будет выполнять подачу, которая вполне может обернуться и прямым выстрелом по владениям Эдуарда Батыгина. Удар, и мяч попадает в Артака Григоряна, стоящего в стенке в одиночку, потирает немного спину, лучший бомбардир чемпионата Северной лиги, и сразу же вступает в отбор. Гефест разыгрывает угловой и делает это крайним образом неудачно. Что касается Гефеста, то в 1-16 финала команда Алексея Шундина встретилась с Трувором, добилась крупной победы, позволив к тому же немного покуражиться и сопернику. 6-3. В следующей стадии был повержен чемпион первого дивизиона футбольный клуб «Аэрофлот» со счетом 5-3. Но на самом деле счет не должен вводить в заблуждение. Лишь после того, как разрыв в счете стал крупным, античные наконец стали позволять своим соперникам больше, чем того требовала ситуация. И в концовке встречи удалось уйти от разгрома «Аэрофлоту». На стадии 1-4 финала Гефест ждала «Стелла», которая сегодня утром проиграла в третьем туре переходного турнира и таким образом прекратила свое выступление в высшем дивизионе. В следующем году из первой лиги таким образом сразу 4 новых команды у нас появятся. Здесь что, не было нарушения правил, показывает Александр Вдовин. Ничего себе! Высокую планку единоборства главный арбитр устанавливает. А здесь еще на своей половине поля ошибаются античные. Но Сергей Бурцев надежен, играет на выходе. Еще так приоблокотившись на Александра Рощина, сохранил равновесие. На стадии 1-4 финала Гефест встречался со «Стеллой». И команда Андрея Бороздова даже сумела первой открыть счет. И минуты до 15-й преимущество «Стеллы»
красовалась на табло, но затем Александр Масленников один гол отыграл, и после этого Стелла зачем-то начала играть в открытый футбол с соперником. В итоге получилось 7 мячей в свои ворота. Ну, а матч с ЦДК я уже быстренько рассказал. О перипетиях вчерашних матчей, наверное, поговорим чуть побольше и попозже, потому как давайте все-таки немножко на поле вернемся. У нас позади уже 10 минут и почти 10 минут. И из того, что мы уже с вами успели посмотреть, отметим опять-таки большое количество единоборств. Команды вышли сегодня сражаться за трофей без каких-либо преувеличений. Здесь Романович сражается и нет, не успевает первым к мячу. Эдуард Батыгин, выйдя из ворот, надежно сыграл. Пока не дает он повода вспоминать своим партнерам о отсутствии Александра Филимонова. А Интер забивает первый гол. Здесь еще и по лицу достается автору забитого мяча. Надеемся, что все с ним будет хорошо и сумеет триумфатор последней минуты продолжить встречу. Интер тем временем проводит первые сегодня замены. В ходе паузы. Да, действительно, ценой повреждения был забит этот гол. Судя по всему, и рассечение там есть. Ну а Интер забивает первый гол в сегодняшнем матче за счет перехвата, за счет быстрой атаки. То, что мы говорили, возможно, это будет козырем как раз-таки Гефеста. Нет, здорово здесь обезмячили в центре поля Андрея Идрисова. И в итоге все это вылилось в забитый мяч Константином Кадеевым вчера. Кадеев, к слову, в матче с «Динамо» отличился дважды. Забил первые два гола в ворота Игоря Гришина. Вот и сегодня Константин Кадеев без гола с поля не ушел. И причем это не просто метафора. Кадеев действительно покидает пределы зеленого прямоугольничка, пока ему будут оказывать необходимую медицинскую помощь. Ну и замены у Гефеста тоже, судя по всему, не только одному Кадееву там досталось, а также Александру Масленникову. Вместо него на поле появился Артем Варакин. Посмотрим, какие перестановки произошли у Интера. Здесь все, скажем так, поинтереснее с той точки зрения, что если замена в атакующей линии, это порой не является какой-то серьезной проблемой для команды, то вот перестановка в линии обороны — это всегда намного интереснее, потому что все мы прекрасно знаем, что защитников-то как раз наставники команд не любят менять. Но, впрочем, если у тебя на скамейке запасных сидят такие футболисты, как Алексей Мишин и Максим Тараненко, то, наверное, никакой проблемы в такой перестановке быть не должно. На поле, к слову, 23-й номер появился. И Алексей Мишин будет действовать у нас слева в обороне. А Масленникова даже голову перебинтовали, там уже на бровке. Возможно, как-нибудь удастся нам крупным планом поймать хавбека Гефеста. Мишин в борьбе с Ширинковым не сумел до мяча добраться. Ну а Варакин отправляется обратно на скамейку запасных. Не больше минуты он на поле провел. Просто вот пока оказывали помощь Александру Масленникову, забинтовывали голову, вот ради этого и появлялся на газоне Артем Варакин.
Романович принимает мяч штрафной, но спиной к воротам, и атаковать уже было там, ну, наверное, практически невозможно. Моисеенков и Идрисов ошибается. Во второй раз за несколько минут Интер снова в атаке, навес. Но нет, здесь, конечно, эта передача была лишней в исполнении Александра Рощина. Можно было попробовать пробить самому, либо же как-то по-другому выполнять передачу партнеру. 1-0 позади у нас, чуть больше, чем 13 минут игрового времени. Интер впереди. Еще момент. 2-0. Отличный гол Николая Липаткина и не менее классная передача Артака Григоряна. Еще первая половина первого тайма не закончилось, а Интер уже два мяча в сетку ворот серебряного призера Севера отправляет. И один гол, ну, не то что краше другого, они кардинально отличаются. Первый мяч был забит, что называется, с мясом в борьбе. И отбор, и атака, и завершающий штрих, завершающий удар с получением травмы сразу двумя футболистами. Ну а вот этот вот гол в исполнении Николая Липаткина после отличной игры Артака Григоряна — это уже совсем-совсем другая история. Необходимо отметить, что в этом году Гефест трижды встречался с Интером и ни разу не сумел одолеть команду Сергея Филина. На первом этапе в драматичном матч со счетом 2-3 победили Нерадзури. Тогда дублем, кстати, отметился Константин Кадеев. Еще один мяч провел Руслан Нахушев. У Гефеста отличались Станислав Каханов и Александр Масленников. Ну а на втором этапе, в первом круге второго этапа, Интер добился крупной победы, но мы все помним, с каким налетом скандальности та встреча получилась. Интер, казалось бы, уже выиграл встречу, вел с комфортным преимуществом, однако расслабился. Гефест продолжал сражаться, продолжал наращивать обороты, принялся сокращать отрыв. Затем случился тот самый эпизод с игрой рукой в исполнении Руслана Нахушева, что не увидел главный арбитр встречи. В итоге пенальти назначен не был. Затем Интер убежал в еще одну контратаку, забил пятый гол. В общем, у игроков античных неудивительно, что в итоге появилось такое ощущение, словно их обокрали. Ну а во втором круге второго этапа команды сыграли в ничью 0-0. Но для Интера этот самый ничейный результат в пассив записать все-таки никак нельзя. Здесь Масленников забивает! Ошибаются в обороне Нерадзури. И в итоге этим блестяще пользуется Александр Масленников. Лучший бомбардир команды как во внутреннем первенстве, так и в рамках Кубка. Это его 9-й гол в нынешнем розыгрыше. Розыгрыше Кубка Северной Лиги. И у нас не то чтобы вновь возрождается интрига. Она никуда не уходила и не умирала. Нет, но теперь будет в разы интереснее смотреть. Гефест забивает один гол, и Гефест получает дозу уверенности в собственных силах, и на табло у нас 2-1 в пользу Нерадзури. Ширинков хорошо играет в отборе и выбивает мяч за боковую. И снова Ширинков классно играет. Липаткин немного странно разыграл аут, но здесь не менее странно в обороне действуют и античные. Липаткин по штрафную, не дойдет мяч до Мечкова. Романович цепляется, и контратака 2 в 2 может пойти. Романович, нет, не пройдет этот пас. Здесь здорово Дмитрий Волков сыграл, футболист, который, насколько мне известно, изначально сегодня не планировался игроком стартового состава, но все-таки сумел он приехать на Флотскую, сумел вовремя это сделать, и в итоге вышел в стартовом составе и сейчас спас свою команду от очередных неприятностей. Масленников вполне мог убегать один на один.
Волков. Неточная передача. И здесь подчищает на границе штрафной площади Константин Лозбенев, не позволяя сыграть Артаку Григоряну. Но Интер продолжает играть первым номером. Продолжает наседать на владение Сергея Бурцева. Словно ничего и не случилось. Но для них-то на самом деле ничего и не случилось. Команда по-прежнему ведет в счете. Но здесь Сергей Филин ошибается. Идрисов, пас направо. Ширинков уходит в центр. Не стал зарабатывать штрафной. Идрисов, а вот это фол. И это опаснейший стандарт. Сергей Филин сам потерял, сам пытался и исправить. В итоге не сумел сделать это чисто. И штрафной назначает главный арбитр встречи. Это точка убойнейшая. Просто по большому счету. То здесь, конечно, правоногому футболисту будет поприятнее наносить прямой выстрел, но и Андрей Моисеенко вполне может перекинуть стеночку своей левой. Впрочем, мы все прекрасно знаем, что Моисеенко — это футболист, который больше штрафных исполняет так на силу. Поэтому вариантов тут два. А теперь один. Александр Масленников. Именно он будет наносить удар по воротам Эдуарда Батыгина. Посмотрим, какой вариант он выберет. Мощнейший удар. Здесь, по-моему, кто-то из защитников Интера мяч принял на себя, подставив голову, а не Эдуард Батыгин сыграл. В общем, не так важно. Штрафной античные упустили. И по-прежнему на табло 2-1. По-прежнему впереди Неро Адзури. И у нас еще даже первая половина встречи не завершилась, а какой же богатый на финал, на события финал у нас получается. Липаткин, Мишин, назад на Мечкова, разворачивается Дмитрий Мечков, оставляет мяч Липаткину, и очередная неточность. Масленников, здорово действуя на перехвате, пытался моментально разжать пружину контрвыпада и одним касанием мяч отобрать и передачу точную на Сергея Романовича выполнить не получилось. Григорян. Хорошая скидка грудью, но Гефес вновь мяч перехватывает и сразу же ошибается Станислав Каханов. Интер возвращает себе мяч. Рощин. Направо. Неплохо. Подключается по левой бровке у нас Алексей Мишин. Именно туда и следует передача. Но что-то многовато брака стало, согласитесь, друзья. Так резво начали команды, так здорово принялись плести кружева у владения друг друга. Ну а теперь количество ошибок стало зашкаливать. Угловой. Не успевает Эдуард Батыгин оставить мяч в поле. Андрей Идрисов отправляется выполнять подачу от углового флажка. Либо же разыгрывать с Андреем Моисеенковым. Нет, все-таки следует навес. Батыгин выходит, не стал рисковать и брать мяч в свои руки, выбивает кулаком просто вперед, и в итоге необходимо вновь обороняться на Радзуре. Масленников, один принимает мяч, идет вперед, смещается под правый удар, и мяч куда попадает, в штангу или в дальнюю, скажем так, стойку. Пауза в любом случае связана не с этим. Еще одна травма у Интера. На этот раз уже мышечное повреждение, судя по всему. Но ничего серьезного. Сейчас. Разбегается Николай Липаткин, уверен я. Ну и, судя по всему, аут. На следующий выстрел Масленникова пришелся в штангу. Честно признаюсь, настолько мощный получился выстрел, что даже не успел я среагировать, куда именно попал снаряд. Но в итоге игра продолжается. И с мячом Гефес, подача. Здесь Сергей Филин выше всех выпрыгивает и
переводят мяч на противоположную бровку снова, а вот снова из-за боковой будут античные начинать свою атаку. Всей командой атакует Гефес, за исключением голкипера. Естественно, Романович с мячом. Бить ему уже, естественно, никто не позволит. Уходит в бровку. Мяч сохраняет. Прострел. И что в итоге? В итоге аут. Мертвая зона для комментаторской рубки. К сожалению, не видно, что именно на этом участке происходит вашему покорному слуге. Приходится ориентироваться лишь на картинку на моем мониторе и немножко терять из своего поля зрения все происходящее на зеленом прямоугольнике. Но у нас штрафной. Что-то подобное мы уже в самом начале матча видели. И снова все те же главные действующие лица. Арта Григорян в стенке и подача. Батыгин надежен, но не настолько сильным получился этот наброс на ворота. Обязан был голкипер справляться с ним. Да, тут, конечно, фактор солнца есть, который слепит как раз-таки Батыгина. Вот он сейчас своей перчаткой себе такой импровизированный козырек создал. Но, тем не менее, все равно это не выглядело настолько опасно, чтобы дело голом завершалось. Идрисов скидывает мяч точно на ногу Максиму Тараненко. В одной из пауз появился этот молодой футболист на поле. Между прочим, чемпион Москвы среди молодежных сборных команд. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю северян с этим трофеем. Ну а здесь еще есть несколько футболистов, которые с основной сборной выиграли бронзовые медали. Но все-таки для северной команды бронза — это, наверное, в какой-то степени и успех в плане медалей. Но, естественно, тренерский штаб во главе с Антоном Тимофеевым надеялись на больше. Григорян штрафной зарабатывает. Да, несколько раз действительно ему по ногам здесь досталось в единоборствах. Недовольны решением арбитра футболиста Гефеста. Но сейчас надо быть недовольными чем-то, а сражаться. И главное, этот эпизод отыграть до конца. Рощин бьет! И рассыпала стенка. Каханов и Ширенков прыгнули. И прыгнули, знаете, вот так в разные стороны. И в итоге удар между ними прошел. Повезло Сергею Бурцеву, что он футболиста на ближнюю штангу поставил. Иначе очередные неприятности могли бы у Гефеста возникнуть. Еще аут. Заключительная пятиминутка первого тайма уже ведет свой отчет. Отличную игру мы с вами наблюдаем. Романович достанет мяч с самой боковой линии, но здесь Сергей Филин ждал эту ситуацию и в итоге разрядил обстановку на чужую половину поля. Мяч отправил, где здесь Арта Григорян сражается. Каханов. Вот в итоге зарабатывает неплохо. В тяжелой ситуации оказался защитник Гефеста. В итоге сумел выжать из нее сохранение контроля. Ширенков. Каханов. Моисеенков. Нужна вертикальная передача. Та, которую умеет делать Моисеенков. Но не вот так. Это просто подарок. И в итоге Александр Рощин зажигает свечу в направлении Григоряна. Это фол. Это фол. Григорян толкал в спину. Лазбенев. Нет, не покинул мяч пределы поля. Бурцев. Моисеенков.
И длинный перевод вперед. Романович первым на мяче, но неудачно голову подставил, мяч ушел в аут. Гефест начинает заводиться, и это абсолютно точно не на руку команде. Нужно с холодной головой подходить к решению поставленных задач, особенно когда у тебя в соперниках грозный Интер. Григорян играет назад, Рощин. Вот направо, неплохо. Масленников вступает в борьбу, но неудачно. Удар. Бурцев со второго раза, со второй попытки фиксирует снаряд и моментально начинает атаку своей команды. Немного еще времени остается в первом тайме. Полторы минуты. Возможно, что-то рефери командам компенсирует. Но не думаю, что бы уж слишком много. Несмотря на большое количество остановок, штрафных ударов, аутов и так далее, игра почти без пауз проходит. Уж простите мне такой оксюмерон. Но ведь действительно получается, что так. Это желтая карточка Андрею Моисеенко. Возможно, не хотел он так грубовато фалить. Просто так получилось. Но это, безусловно, срыв атаки. Это, безусловно, желтая карточка. И на последних мгновениях тайма крайне опасный штрафной. Прямо на углу владений Сергея Бурцева. Наверное, здесь поинтереснее будет смотреться какой-то розыгрыш, хотя, конечно, и прямой выстрел от Александра Рощина смотрится крайне перспективно. В итоге, да, все отходят от 22 номера. Если перекинуть мяч прямо в девяточку, будет просто красотища! Но чуть-чуть сильнее закладывает силу удара Александр Рощин, и вынужденный Нерадзури возвращаться в оборону. Мяч прошел выше цели. Основное время первого тайма уже истекло. 2-1 впереди Нерадзури, но еще как минимум одну атаку мы с вами увидим. Рощин, вперед, неплохо, Волков, в нападение пошел Дмитрий, прострел, и здесь Моисеенков действует надежно, а затем фолит, легкий фол, ровно то, что требовал несколькими мгновениями раньше Сергей Бурцев от своих партнеров, только вот почему-то никто там на чужой половине поля не сфолил у Гефеста, в итоге пришлось обороняться, пришлось сражаться и... В итоге хорошо еще, что Андрей Моисеенков мяч отобрал, а по факту Волков сорвал, возможно, последнюю атаку в первом тайме соперника и все правильно сделал. Что ж, дорогие друзья, главный арбитр встречи отправил команды на перерыв. Отдыхаем и мы с вами буквально одну минуту и возвращаемся затем на главный стадион Северной Лиги. Теперь у вас появилась возможность приобрести любую спортивную экипировку, мячи и инвентарь ведущих мировых производителей с внушительной скидкой. Sportprint.m. Подошел к концу перерыв в финальном матче Кубка Северной Лиги, в котором отношения выясняют Гефест и Интер. После стартовых 30 минут игры впереди подопечные Сергея Филина. 2-1 голы Константина Кадеева и Николая Липаткина пока перевешивают единственный точный выстрел Александра Масленникова. Впереди у нас еще 30 минут великолепнейшего футбола, не побоюсь этого эпитета. Игру, которую мы сегодня с вами наблюдаем, она действительно смотрится, она действительно является своеобразной квинтэссенцией всего сезона. Две лучшие команды в великолепном сражении, где каждый хочет выиграть трофей, на кону как раз-таки звание обладателя Кубка Северной Лиги, и Гефест, уступающий в счете, сейчас с первых минут бросается вперед. Ну и давайте я вам представлю составы команд, в которых они
начинают вторую половину встречи. Начну с Гефеста. В воротах Сергей Бурцев, в центре обороны Константин Лозбенев, Каханов, Моисеенков по краям. Здесь все так же, в линии полузащиты также перестановок нет. Идрисов, Масленников и Ширинков. Единственная перестановка, она на острие атаки. Алексей Хутулев начинает второй тайм вместо Сергея Романовича. Что касается Интера, здесь следующее стартовое сочетание на вторую половину. Батыгин, понятное дело, на последнем рубеже. Сергей Филин в центре, Дмитрий Волков справа, слева Алексей Мишин, Дмитрий Мечков в опорной зоне. По краям играют Максим Тараненко и Артем Ковалев. На острие атаки, да, конечно же, Артак Григорян. Артем Ковалев, к слову, интересно отметить, является лучшим бомбардиром Интера в Кубке. Не так много матчей он в чемпионате провел, не так много игрового времени, вернее, получал. Но вот особенно на ранних стадиях турнира давалось время всем, без исключения футболистам. Ну а если речь идет о таких ветеранах команды, коим является Артем Ковалев, признанный мастер, особенно если дело идет об ограниченном участке поля, понятное дело, что в первую очередь именно ему огромное количество минут доставалось. Вот Артем Ковалев забил даже больше, чем Артак Григорян. 7 против 6. Хороший перехват. Тараненко бросает прорыв Григоряна. Он один в один против Лозбенева не стал обыгрывать. Передача в центр. Ковалев. Вот. Вот он демонстрирует свою технику. Да, здесь не удалось ему обыграть сразу нескольких оппонентов. Но сразу становится понятно, за что в свое время Артем Ковалев считался действительно классной футболистом и настоящей звездой. Еще одна перспективная атака завершается плотным выстрелом из-за предела штрафной. Чуть не точно. Не думаю я, что Сергей Бурцев сумел бы среагировать на этот выстрел, если бы выстрел непосредственно сам пришелся в створ. Ну а что интересно отметить, Александр Масленников на его счету, напомню, 9 забитых мячей, на данный момент является лучшим бомбардиром всего Кубка. Дальний удар! Сигнализируют футболисты Гефеста о том, что мяч в руку попадает. Но Вдовин не назначает пенальти. Ну а здесь очередное нарушение правил. Очередной раз достается Артаку Григоряну. Мечков в центре поля встретился со своим давним знакомым Андреем Идрисовым. Ковалев, падение и фол. Затолкал его Андрей Моисеенков. Вот Ковалев при всех его плюсах любит завалиться на газон. В вчерашнем матче с Динамо несколько стандартов подобным образом заработал, но пару раз и привез таким вот образом контрвыпады на свои владения. Сейчас любой контрвыпад может оказаться роковым. Счет всего лишь 2-1. Романович. Прострел. Не доходит. Это передача до кого-либо из партнеров. Совсем немного времени. Таким образом, получил Алексей Хутулев. Нет, прошу прощения, Хутулев-то на поле, да. Это уже за калейдоскопом событий. Ваш покорный слуга, немножко выражаясь футбольным языком, поплыл и перепутал двух форвардов Гефеста. Здесь у Интера еще одна замена произошла. И Владимир Правский под 55-м номером появился на газоне.
Таким образом, вот именно сейчас нужно Гефесту показывать свой максимум. Не поймите меня неправильно, я с глубоким уважением отношусь и к Артему Ковалеву, и к Владимиру Правскому, но все-таки это футболисты далеко не основного состава, и если разворачивать свое наступление когда-либо, то именно в эти самые мгновения. А в итоге чуть было Интер не забил, причем, по-моему, там как раз именно Правский-то и оказался на ударной позиции, но пришелся его выстрел точно по центру ворот, и Бурцев был на чеку. Идрисов идет вперед, протискивается сразу мимо нескольких оппонентов. Передача вот затем до Алексея Хутылева не дошла. Волков из-за боковой на Григоряна вводят. Как же классно играет грудью Артак Григорян. Снова Волков. Вперед не дойдет. Но здесь Мечков, как всегда, предельно надежен и предельно сконцентрирован. Моисеенков. Вперед на Масленникова. Принимает Масленников на грудь. И здесь не было нарушения правил по версии главного арбитра встречи. И замена у Гефеста. Вот теперь точно Хутылев покидает пределы поля. Вместо него под 22-м номером выходит Алексей Гусев. Но мы тоже минут 7 он получит и сразу же пробивает по воротам. Может быть, не слишком опасно, но тем не менее это удар в створ, и при должных условиях, скажем так, вполне мог эквалайзер случиться. Думаю, что тоже Гусев минут 7-10 получит игрового времени, а затем, если ничего не изменится, возможны варианты. Я имею в виду в том числе и даже игру в два форварда, хотя и так-то Масленников является крайне атакующим полузащитником, крайне не от слова края, что по бровке он действует, а в том варианте, что он настолько заточен на атаке, что не зря является лучшим бомбардиром своего коллектива. Каханов, в центр на Идрисова, обратно на Каханова, и тут дальше в центр на Лозбенева. Гусев принимает мяч спиной к воротам, не стал почему-то обострять, и в итоге чуть было вообще мяч античный в простейшей ситуации не потеряли. Здорово Каханов в подкате сыграл. Броновское движение впереди у красно-малиновых. Ширинков на острие оказывается, то Александр Масленников. Вот сейчас вновь Гусев впереди, а Масленников с Ширинковым позициям поменялись. Вот уже и Масленников в наступлении. И в итоге все вот это приводит к очередному штрафному. Вновь Сергей Филин фалит, на этот раз на Алексея Гусеве. И штрафной удар. Штрафной удар. Хорошая позиция для Андрея Моисеенкова. Нам можно попробовать и в центр покатить на Александра Масленникова. Почему бы и нет? Мечков, конечно же, ждет этой передачи. Посматривает он на Масленникова. Но все-таки больше побаивается прямого выстрела на Радзуре. В итоге все, как мы и предсказывали, пошла передача на Масленникова, тот неудачно пробил, и в итоге получилась своеобразная еще одна передача, она уже на Константина Лозбенева. Но мяч был закручен по такой траектории, что просто подставив даже ногу под этот удар, Лозбенев отправил снаряд не только выше ворот, но и за пределы оградительной стенки стадиона.
А тем временем у нас остается всего 20 минут до конца встречи. По-прежнему счет установленный в середине первого тайма без изменений. Масленников достается ему от Волкова. Там было нарушение правил, но Гефес продолжал свою атаку. Естественно, арбитр не стал останавливать встречу. Идрисов, Моисеенков и под прессингом отдает он неточную передачу. Григорян здесь за мяч зацепился, но не более того, сразу же его потерял. Интер очень классно прессингует и почти не позволяет своему оппоненту создавать момент у своих ворот. Понятное дело, что такая мастеровитая команда, как Гефес, совсем уж без голевых шансов не может. Но Интер вполне-вполне сейчас спокойно отбивается и выжидает шансы для контратаки. Вот, например, сейчас Григорян с Ковалевым 2 в 2 атаковали, но не стал Григорян обострять. В итоге позволил всему Гефесту сесть на свою половину поля и спокойненько вот так в позиционную стадию наступления отправляются сине-черные. Дальний удар. Вступает в игру Бурцев. После выстрела Алексея Мишина. И будет угловой. Готовится замена у Интера. Но в этой паузе их не будет. Пока атакуют сине-черные. И все-таки нет. Все-таки сейчас произойдет перестановка. Артем Ковалев отправляется отдыхать. Возвращается на газон Александр Рощин. Думаю, что в следующей паузе и Николай Липаткин вступит в игру. Но пока штрафной. Пока штрафной. Фалит Мишин в атаке. Подставились защитники античных под это нарушение правил. Моисеенков. Его прессингует Рощин. Гусев. Нет, это не нарушение правил. Филин даже не подталкивал спину Гусева. Тут просто изначально уже неудачно подстраивался под эту передачу. И поняв, что дело пахнет керосином, решил упасть. Здесь я с решением Вдовина согласен на все 100, а если можно и на 200%. Идрисов. Никто его не встречает. И он выдает шикарную диагональ, но чуть-чуть не точно. Шикарную по замыслу. Дойди она и сумей Александр Масленников принять эту длинную передачу в чужой штрафной, было бы очень и очень опасно. Александр Вдовин уже поторапливает Эдуарда Батыгина, который никуда не спешит. Ясное дело. И неудачно вводит мяч в игру. Теперь нужно возвращаться назад. Думаю, что с течением времени все больше и больше пространство Интер будет оставлять Гефесту. Он и так-то сейчас атакует позиционно побольше. А чем ближе будет конец поединка, тем сильнее финальный навал античных напрашивается. Гусев здорово здесь за мяч зацепился. Идрисов дает передачу направо. Мощнейший выстрел! 2-2! Хотел я уже даже немножко пожурить Андрея Идрисова. Зачем же он эту передачу отдавал, а не сам бил? Вот зачем. Чтобы мяч после удара Станислава Каханова в самую девятку влетел. И счет у нас таким образом на 46-й минуте. Вернее, наверное, на 45-й. Все-таки взятие ворот состоялось. Становится ничейным. Но Гефес сейчас, безусловно, останавливаться на достигнутом не захочет. У Интера сразу же перестановки произошли. И о том, то, о чем мы говорили. Правский отправился отдыхать. Вернулся в игру Липаткин. Здесь Гефес от излишнего рвения
зарабатывает штрафной. Досталось Филину. И Интер начинает свое наступление. Но, как и вся игра во втором тайме, как-то лишенная смыслом получилась эта передача. Идрисов. И вновь ошибается. И сразу же первым окажется на подборе Гусев. Достанет мяч у Бровки. И отдает точную передачу. Ширинков в центр. Моисеенков. Тот с правой ноги, безусловно, бить не будет. Это падение, это пенальти. Безусловно, это 10-метровый. Сергей Филин хватал руками Алексея Гусева. И пенальти. И у точки Александр Масленников, автор первого гола античных в сегодняшнем поединке. Может он стать и автором того забитого мяча, который выведет Гефес вперед. Разбег, удар и тащит. Выстрел с 10-метровой отметки Эдуард Батыгин. Плохо, откровенно плохо пробил Масленников. Вообще пенальти, что для Интера, что для Гефеста, это вот... Уж простите мне такое выражение, какой-то бич. Просто не удается забивать 10-метровые ни тем, ни другим. Гефес в прошлом году, если вдруг вы позабыли, проиграл в финале Лиги Чемпионов в серии 10-метровых ударов. Интер в этом году, совершив фантастический камбэк в Еврокубках, уступил усадьбе Банной в серии пенальти. Вот еще один 10-метровый не забит. Вчера Артак Григорян не забил с 10-метровой отметки «Динамо». В общем, с пенальти у обеих команд дело не ладится. И я думаю, ни те, ни другие не хотели бы доводить дело до послематчевого выяснения отношений посредством как раз ударов из пределов штрафной. В атаке «Интер». Всей командой почти атакуют сине-черные. Волков. Хорошая передача. Бурцев. И затолкали мяч в сетку. Футболисты Интера. Не забиваешь ты, забивают тебе. Старая футбольная поговорка сработала. И в этот раз Интер моментально рожался в своем наступлении. И в итоге вновь возвращает себе преимущество. 3-2. Вместо 2-3 в пользу Гефеста античные получили гол в свои ворота. Футбол он такой, ошибок не прощает. Ну и какая же передача удалась Дмитрию Волкову. Левой ногой, с подкруточкой такая. По факту даже практически низом она вскрыла оборону Гефеста. И пусть с первым ударом все-таки справился Сергей Бурцев, с добиванием уже ничего не мог он поделать. С метра буквально носился этот удар. Александр Масленников сейчас, безусловно, будет стремиться реабилитироваться за промах с точки. У него еще есть достаточно для этого времени. 10 лишним минут. Но главное сейчас еще один гол не пропустить. Здесь игра рукой, да, безусловно. Не грудью принимал мяч Артак Григорян. И сейчас еще немножко и желтую карточку он получит за излишнее проявление эмоций. Бурцев разыгрывает мяч с ближним. Не грузят пока вперед античные. Потому что вот такие передачи в итоге... выходит. Вводим мяч, вводим. Стоим. Вали. Григорян. Догоняет мяч. Углового флажка. Но не стал его трогать, потому что вот Константина Лозбенева он пределы поля покидал. Пауза сейчас, безусловно, друзья именно Интера. Григорян.
через перекат отдает передачу партнеру, Волков. Навес не проходит. И в итоге Волков неудачно мяч принимает. Масленников. И аут. Всего лишь аут зарабатывает Александр Масленников. Идрисов. Моисеенков. Не доходит передача. Рощин. Хорошая передача на Григоряна. Оказывается, он под давлением Моисеенкова. И в итоге в аут выбивает мяч Григорян. А там небольшое столкновение случилось у Андрея Моисеенкова с одним из игроков Интера. Я не знаю, игровой или же нет. В любом случае, это все происходило прямо на глазах у Александра Вдовина. Рощин, судя по всему, никаких претензий к Моисеенкову не имеет. Ну, в итоге элементы фэрплей даже в такой напряженнейшей борьбе, когда до конца поединка остается всего каких-то 8 минут, а твоя команда уступает в счете, мяч все равно возвращается тому, кто им владел. Это негласное правило, оно, конечно, оставляет вот на поле тот дух джентльменской игры, который изначально в футбол и закладывался. Масленников не уйдет от Дмитрия Волкова. Тот читал ситуацию и ожидал именно такого хода от хавбека античных. Моисеенков из-за боковой играет на Лазбенева. И очередная попытка длинной передачей найти впереди уже Евгения Ширенкова. Идрисов, Гусев. Гусев с мячом. Ширенков, снова Гусев. Прострел и... удар от ворот. Матыгин бьет вперед в направлении Липаткина. В итоге тот в борьбе с Кахановым мяч для своей команды сохраняет. Интер потихоньку-потихоньку начинает убивать время. Абсолютно никуда не торопясь. Но уже поняли на Радзуре, чем это чревато. Некоторая расслабленность. Дважды пропустили. Были близки к третьему пропущенному голу. Но Эдуард Батыгин спас свою команду, потащив 10-метровый удар в исполнение Александра Масленникова. И в итоге все развернулось на 180 градусов. Впереди Интер 3-2, а не Гефест. Гусев. Гусев убирает под себя. Мог зарабатывать штрафной, но устоял на ногах и решил пробить с левой ноги. А ведь штрафной-то, наверное, был бы поперспективнее, да, согласитесь, отменнейшая точка. Но оставался принцип преимущества, да, в принципе, и на ударную позицию хороший выброс Гусева. Только была проблема, что футболист, он правоногий, а позиция была скорее для левши. Моисеенков. Грузит штрафной, дойдет до Масленникова, удар! Блокирует его выстрел 23-й номер команды Алексей Мишин. Гефест атакует почти без остановки. И Ширенков ошибается в простейшей ситуации, не сумев принять мяч и выпустив его за боковую. Тараненко возвращается на поле. Занял он позицию справа в обороне. Каханов аут зарабатывает. Но не Волков он поменял. Волков как раз-таки переместился на левый фланг обороны, а поле покинул Алексей Мишин, насколько я понимаю. Очередная атака Гефеста начинается.
Шеренков, неплохо, и входит в штрафную, очередное падение, нет, второй пенальти не поставят, а вот этого что, нет, не фол? Мяч остается у Гефеста, сразу два игрока в малиновой форме лежат в штрафной. Григорян неудачно мяч принимает и снова аут. Накаляются страсти. Гефест абсолютно точно будет недоволен судейством. Тараненко убивает в аут. Уже на отбой играет Интер. Ну а Гефест продолжает наседать в поисках шанса для контратаки. Идрисов сохраняет мяч. Вновь неудачную передачу отдает. У Андрея Идрисова сегодня игра не идет. Будем называть вещи своими именами. Далеко не самая лучшая игра в исполнении 90-го номера. Лозбенев. Гусев. Смещается в центр. Направо. Каханов. Убирает мяч под левую и бьет поворотом. Принимает мяч на себя Дмитрий Мешков. Человек с железным характером. И очередное падение. На этот раз штрафной Александр Вдовин назначает. Знаете, наверное, это неправильно с точки зрения судейства говорить, но по совокупности своей Гефест этот стандарт заслужил. И ни много ни мало это кульминационный момент встречи. Это кульминационный момент встречи. И именно сейчас решается судьба поединка. Нужно забивать Гефесту, чтобы уходить от поражения в этом матче. Нужно забивать именно сейчас, полторы минуты до конца основного времени. Матча. Здесь желтая карточка Артаку Григоряну. Желтая карточка и Константину Лозбеневу за неспортивное поведение. Теперь точно по свистку будут разыгрывать мяч античные, потому что предъявили футболистам предупреждение. Ну а у мяча, естественно, капитан команды Андрей Моисеенков. Это его звездный час. Именно капитан должен сейчас решать исход поединка. Моисеенков катит мяч Лозбеневу. Удар! Добивание! Мяч мечется по штрафной. И в итоге в сетку ворот не отправляется. Ну а это удаление Лозбенева. И до конца матча Гефест будет играть в меньшинстве. Наверное, действительно это кульминация матча в главном его проявлении. Гефест вновь сетует на то, что мяч в руку попал кому-то из защитников Интера. Мы этот момент потом уже на повторе, наверное, разглядим. В динамике мне не казалось, что это было нарушение правил. Но не буду утверждать, знаете, со стопроцентной
вероятностью, потому как все настолько быстро проходило в штрафной, что разглядеть было практически невозможно. Гефес завелся, оно и понятно. Столько спорных эпизодов вблизи владения Эдуарда Батыгина было, что тебе кажется в любом уже случае, что что-то еще должно было быть. Но скажу свое мнение, что Гефес должен был забивать пенальти. И тогда никакой этой нервотрепки не было бы вовсе. И, возможно, даже Интер бы не смог забить свой гол. Удар! Гол! Забивает Гефес! Забивает Ширинков! Несмотря на удаление, несмотря на все проблемы, уже на исходе компенсированного арбитром времени Ширинков вколачивает мяч в сетку. Счет становится 3-3 на самой последней минуте. И, судя по всему, нас будет ждать серия послематчевых пенальти. Судьба трофея решится по итогам 10-метровых ударов. Безусловно, еще есть время у Интера вернуть себе преимущество в счете. Они играют в меньшинстве. Они сейчас пойдут вперед атаковать и наседать на ворота Сергея Бурцева. А, возможно, еще и контратаку получит. Нет, здесь Гусев до мяча не добрался. Толчок в спину нет. Был свисток, да. И сразу же свисток об окончании основного времени матча. 3-3. Небольшая пауза сейчас, я думаю, нужна командам перед серией послематчевых пенальти. Надо снимать даже на видео сейчас серию. Потом для истории. Это будет великолепным завершением турнира. Сказал я, что этот штрафной кульминация. Получилось не совсем так. Не удалось Гефесту забить с того стандарта. Зато затем Ну а судя по всему, дорогие друзья, нас ждет не серия послематчевых пенальти, а два тайма по 10 минут. Вот тот те номер, безусловно. Безусловно. Безусловно, Гефест подобным решением недоволен. У них Константин Лозбенев удален, и, следовательно, в меньшинстве придется действовать половину первого добавленного тайма. Честно признаюсь, это стало откровением и для меня, дорогие друзья. Наверное, надо будет затем справиться с регламентом. Все прекрасно знают, что в высшем дивизионе в случае равенства очков проводится золотой матч. Но подобное развитие событий стало для многих открытием. Ну и действительно, сейчас в ходе паузы
ваш покорный слуга, обратился к регламенту, и шестой пункт говорит нам о том, что в случае ничьей в финальном матче назначается дополнительное время из двух таймов по 15 минут без правила золотого гола. И только если по окончанию этого дополнительного времени победитель не будет определен, назначается серия пенальти. И ровно такое же правило действует и для золотого гола. Гефест начинает с центра поля. Небольшая пауза связана с тем, что, насколько я понимаю, Александру Масленникову вновь оказывают помощь. Слетела у него повязка, и было нужно вновь оказать ему медицинскую помощь. Что ж, 20 минут футбола нас в любом случае еще ожидает. И вполне возможно, что до серии пенальти дело так и не дойдет. Вот у Гефеста сейчас крайне тяжелая ситуация, учитывая, что удален центральный защитник, и необходимо действовать еще какое-то время в меньшинстве. Думаю, что Мартин Хорин станет тем самым восьмым футболистом, который появится на поле по истечению отведенных регламентом 10 минут удаления. Но что интересно, в атаке сейчас именно Гефеста, именно античные атакуют. Именно античные сейчас наседают на владение Эдуарда Батыгина. Но правильно говорят, что лучшая защита – это нападение. Безусловно. Пока мяч у нас, нам не забьют. Можно много еще различных поговорок на эту тему привести. Сути от этого не меняется. Моисеенков не стал трогать мяч из-за боковой. Гефест возобновит игру. Ну вот теперь и понятно, зачем такая обширная скамейка на финальную встречу нужна. У нас футбол формата 8-8 постепенно приближается по игровому времени к своему большому брату. Сегодня команды по 80 минут на поле проведут как минимум. Даже больше, наверное. А здесь Масленников бросается в контратаку. Удар! Батыгин отражает этот удар. А Гефест продолжает атаковать. Гефест продолжает наседать, невзирая ни на какие проблемы. Но все-таки и об обороне забывать не стоит. В атаке Интер. Гусев. Даже Алексей Гусев обороняется сейчас в эти тяжелые для его команды минуты. Григорян. Передача Филину. Филин на ударной позиции. Удар и гол! Забивает Алексей Мишин. Счет становится 4-3. И Гефесту
снова необходимо отыгрываться. Обильный на события у нас матч получается. С трибуны слышны крики в поддержку Гефеста. Прекрасная половина земли сейчас максимально пытается вдохновить футболистов античных на еще одно спасение. Филин играет направо. Мячков. Мячков идет вперед. Катит направо. Пас в центр не пройдет. Ковалев ошибается в передаче. И это желтая карточка. Да. Срыв атаки. И вновь все правильно сделал в этой ситуации Алексей Мишин. Прорыв Ширинкова выглядел куда опаснее, чем гипотетическое удаление после еще одной желтой карточки, если он ее получит за оставшееся время. Подача. Батыгин без труда мяч забирает. Снова ему приходится сражаться не только с соперниками, но и с солнцем. Ковалев откидывает мяч назад. Липаткин. Здорово. Падение, мяч остается у Интера. Липаткин назад на Мячкова. Мячков снова назад. Филин. Обыгрывает Масленникова, откидывая мяч Мишину. Мишин идет вперед, его никто не встречает. Дальний удар, рикошет. И гол! Еще один мяч забивает Интер. Не знаю, на кого в итоге это взятие ворот запишут. На автогол или же на игрока, пробивавшего по воротам. Но вот сейчас Интер по большому счету снял все вопросы о победителе в финальном матча. Время, безусловно, у Гефеста еще остается. Но отыграть два гола в такой ситуации будет действительно сродни чуду. Григорян выиграл верховое единоборство, но не дошла скидка до партнера. Ширинков обратно на Бурцеву. Тут приходится голкиперу просто зажигать свечу вперед. Мячков направо, Ковалев. Григорян, фол. Нарушение правил. Досталось Идрисову. И в итоге Гефесту предстоит заново начинать последнее наступление. В первой половине двух добавленных таймов, назовем это так. 3 минуты еще, впрочем, остается до конца этого самого времени. Но вот игра, она совсем разбилась на какие-то эпизоды, которые все не в пользу Гефеста оборачиваются. Вот, возможно, сейчас с появлением 8-го футболиста, о коем, к слову, не Мартин Хорин оказался, удастся что-то изменить команде. Теперь у нас впереди Алексей Гусев вместе с Сергеем Романовичем.
вернее, Ширинков действует в обороне, Гусев в полузащите, а Романович впереди. Но мы-то все прекрасно понимаем, что это ультра-атакующая модель Гефеста. И снова штрафной, снова именно стандарт становится главным шансом античных в нынешней ситуации. Только теперь нужно забивать дважды. Гусев играет направо. Масленников. И потеря. Идрисов. Гусев. И неудачный перевод от Андрея Идрисова на левый фланг. В любом случае, финал получается что надо. Мы уже с вами увидели 8 забитых мячей. И, возможно, это еще не все. Моисеенков играет в центр на Идрисова. Тут обратно отдает мяч капитану. 20 секунд остается до конца времени первого тайма. И Интер сделал очень-очень многое для того, чтобы выиграть трофей без серии пенальти. Масленников. Это фол. Очередной стандарт. Вновь достается Александру Масленникову. И первый добавленный тайм завершается у нас опасным штрафным. Такое чувство, что словно в день сурка я опустился. И вот раз за разом повторяю одни и те же вещи. И ситуация на поле как будто не меняется. Вновь Гефесту нужно отыгрываться. Вновь шанс спасти игру появляется со стандарта. Масленников вновь не бьет. Катит на Андрея Моисеенкова. И тот пробивает точно под перекладе. Но этого всего еще мало. 5-4. И еще 10 минут необходимо Интеру продержаться. А у Гефеста еще 10 минут есть для того, чтобы игру спасти. Что ж, дорогие друзья, давайте отдохнем минутку, прежде чем вернемся на газон. Все самое интересное у нас впереди. Поехали. Еще 10 минут увлекательного футбола нас ожидает в равных составах. Интер впереди 5-4. И сегодня здесь на Флотской разыгрывается трофей Кубка Северной Лиги. Драматичный матч со всеми возможными событиями, с комфортным перевесом одной команды, с камбэком, эквалайзером и нереализованным пенальти другой, пропущенный мяч, удаление как квинтэссенция последней минуты встречи, спасительный гол, узнавание новых особенностей регламента, 10 минут в численном меньшинстве, 2 пропущенных гола, и тем не менее Гефест продолжает сражаться. Гефест отыграл один мяч буквально перед самым перерывом добавленного времени. Есть еще 10 минут, чтобы спасти... ситуацию и перевести игру хотя бы в серию после матчевых пенальти. Пока о победе, наверное, говорить не совсем правильно. Рощин.
играет вперед. Григорян ставит корпус без нарушения правил. Мяч забирает и разворачивает, как классно, Александра Масленникова. Тот не стал фолить. Пас назад. Мячков. Филин. Играют в треугольник на своей половине поля. На Радзуре и опытнейший Дмитрий Мячков не стал рисковать и загрузил мяч туда, поближе к владениям Сергея Бурцева. Григорян. Углового флажка. Контролирует мяч сине-черные. Зарабатывают угловой. Все это украденные. Все это украденные минуты у Гефеста. Волков. Перевод по диагонали. Мяч точно на Николая Липаткина. Тот и мяч принял, и передачу назад точно отдал. Гефест все никак не может отобрать снаряд у соперника. А тот уже в чужой штрафной. Удар, гол! Дмитрий Волков забивает 6-й гол в сегодняшнем противостоянии в ворота Сергея Бурцева. И вновь Гефест оказывается в тяжелейшей ситуации. Казалось бы, сил уже никаких нет у футболистов, но смотрите, основное время матча закончилось со счетом 3-3. В добавленное время мы уже с вами увидели 4 забитых мяча. Что может быть лучше, чем такое завершение сезона? Безусловно, было бы также трагично и увлекательно следить за серией послематчевых пенальти. Но вот эти вот 2 тайма по 10 минут, они дают несколько иные, что ли, эмоции, не те, которые мы с вами ожидали. Честно признаюсь, каюсь, и я не знал такой тонкости в регламенте соревнований. И хорошо, что здесь, на главном стадионе округа, оказался руководитель лиги, который вовремя об этом всем участникам главного матча напомнил. Хотя, уверен, Гефест сейчас считает абсолютно иначе. Аханов играет центр на Идрисова. Еще 5 минут есть у команд в сегодняшнем матче, чтобы порадовать нас забитыми мячами. Моисеенков ошибается в простейшей ситуации. Нужно возвращаться назад. Ну а Интер, естественно, никуда спешить не собирается. Мячков. Такое чувство, словно и не отыгрывал. Мячков. Эти 60 минут на поле. Готов еще и еще наматывать километры. Да, вот и на стадионе сейчас я слышу шутки. Ровно об этом же. Здесь автогол в простейшей ситуации привозит себе Гефест. 7-4. И, наверное, теперь абсолютно точно все. Интер добивается победы в финале Кубка Северной Лиги. Забивая в 2 добавленных тайма даже больше, чем за предыдущие 60 минут игры. Гусев.
Ефес по-прежнему идет в атаку. Естественно, до последних минут античные будут атаковать, будут искать шансы у владения Эдуарда Батыгина. Вот, например, сейчас был момент у Андрея Дрисова. Не удалось ему с левой ноги попасть в створ. Но это уже все события, которые... События, которые, безусловно, влияют на счет матча, но уже не на его исход. Отыграть три гола за три минуты после того, как ты сыграл почти полтора часа, ну, будем честны, практически невозможно. Гефест и так совершил героическое спасение, когда на последней минуте Евгений Ширинков спас для своей команды ничью в основное время. Но вот сила на еще два тайма по 10, увы, у Гефеста не хватило. Возможно, еще один гол мы с вами увидим. Возможно, больше забитых мячей не будет. А может быть, и Интер забьет ворота Бурцева восьмой раз. Все это не отменяет того факта, что Интер в этом сезоне безальтернативно лучшая команда Северной Лиги. Выигран был Суперкубок в начале сезона у ЦДК. Выигран был чемпионат, причем на Радзуре его выиграли как на первом этапе, так и на втором. И вот сегодня добыт еще один трофей. Да, безусловно, Интер мог выигрывать и Еврокубок, но сошел с дистанции на слишком ранней стадии. В любом случае, на мой взгляд, команда Сергея Филина вполне может считать нынешний сезон успешным. Другое дело, что максимализм, присущий этому коллективу, не позволяет оценить хорошо даже этот сезон. Виной всему, естественно, поражение от усадьбы Банной. Вы прекрасно можете ознакомиться с этим мнением в нашем традиционном опросе, который мы проводим по завершению сезона в высшем первом и вторых дивизионах. Интер выиграл три трофея всего на второй год своего существования на севере. А Гефест вновь остается вторым, в очередной раз ограничившись лишь серебряными медалями. Дмитрий Мечков тем временем забивает таки восьмой гол на 80-й минуте матча. И ставят в этом поединке жирную победную, если хотите, чемпионскую точку. Какое-то время Александр Вдовин, естественно, командам компенсирует. Была пауза. Но Гефест не особо-то и хочет заканчивать эту встречу. Что ж, дорогие друзья, 8-4. Мы с вами посмотрели увлекательнейшую битву, вместившую в себя 80 минут игрового времени. А если с учетом всего добавленного, то и все 90. Прощаемся с вами, дорогие друзья. Вместе с вами за ходом этого противостояния следил Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной Лиги и на свидание. Сувенирная продукция с логотипом вашего клуба «Спортпринтер».